Денис Лебедев провел открытую тренировку перед боем с Хинзи Алтункаем. Увидеть возвращение Лебедева на ринг можно будет уже в эту пятницу. Подробности у Юлии Савосиной. Пока он оттачивает удары на манекене, но уже в эту пятницу в ледовой арене «Трактор» покажет свое мастерство на большом ринге. Чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев выйдет на ринг против турка Хизни Алтункая, боксера, который занимает 9-ю строчку рейтинга Всемирной боксерской ассоциации WBA. Естественно, я посмотрел его бои, нашел у него что-то слабое, что-то сильное. Видел, где он выигрывал и где он проигрывал. 100% он провел такую же работу про меня. Поэтому все по-честному. Спорт, ничего личного. В 33 поединках Денис Лебедев одержал 30 побед, 22 из которых нокаутом. В марте 2017-го он в 8-й раз защитил титул суперчемпиона мира, одержав победу над австралийским боксером Марком Фленнеганом. Однако из-за отказа участвовать во всемирной боксерской суперсерии Денис считается чемпионом в отпуске. Рассказывает, во время перерыва ему было чем заняться. Закончил Академию народного хозяйства в городе Орел и женился во второй раз. Я такой же человек, как и все люди. У меня большая семья. Я обеспечиваю 4 детей. В моей жизни произошли определенные перемены. Да, я развелся, женился, у меня родился ребенок. Поэтому у меня 3 собаки, у меня большой дом, у меня трава вокруг дома растет, мне надо ее тоже косить. Сейчас Денис от дел мирских снова ушел в мир бокса. Бой в Челябинске может стать шагом к реваншу с Муратом Гасиевым. Денис Лебедев выразил желание и боксировать с Александром Усиком. Увидеть возвращение Лебедева на ринг можно будет уже в эту пятницу. Бой состоится при поддержке русской медной компании в ледовой арене «Трактор». Начало встречи в 5 часов вечера. Юлия Савосина, Яна Тормина, ОТВ.